Бытует мнение, что храм посещают исключительно сварливые старушки, которые любят ко всем приставать с советами и поучениями. Остальные, если заходят в храм, то лишь свечку поставить, когда случается какое-то горе. Немногие знают, что вышеописанная ситуация – это пережиток времен гонения на церковь. Сегодняшние приходы живут насыщенной современной жизнью и организовывают эту интересную деятельность – православная молодежь. Сегодня именно они организовали салонный вечер в духовно-просветительском центре Георгия Звекова. Много готовились, особенно последние дни были более напряженные. Мы подготовили программу, естественно, со сценарием, поднимали исторические факты, описываем их, ставили номера, касающиеся, показатели номера, касающиеся периода Средневековья, потому что бал у нас средневековый сегодня. Сретенский салонный вечер приурочен к Дню православной молодежи, который отмечается 15 февраля, в День Сретения Господня. Само слово «сретение» обозначает встречу, знакомство с Господом. Человек-то на самом деле формируется и как христианин, и как человек вообще через встречи. Никаких встреч не бывает случайных. И чем больше будет хороших встреч в нашей жизни, тем она будет светлее. На подобных балах происходят и судьбоносные встречи. Каждый приходит сюда в надежде встретить свою любовь. А есть пары, которые уже обрели семейное счастье и с удовольствием приходят общаться и танцевать. Это возможность окунуться в атмосферу того времени, в атмосферу средневековья. Хотя бал у нас называется Сретенский, да, потому что он приурочен к празднику Сретения по времени. Но при этом все же вот мы чувствуем себя красивыми, яркими, молодыми, счастливыми. И в то же время все это в рамках благопристойности. То есть таких развлечений, которые, в принципе, очень подходят для православной молодежи. Сегодня ровно год семье Алины и Кирилла. Их танец «Свадебная пабана» стал настоящим украшением этого вечера. Только танцы не дали бы полного представления эпохи рыцарей и королей. Ощущать себя шекспировскими красавицами помогали костюмы, которые сшила для всех участников Сретенского бала прихожанка Донского храма Виктория. Ее любовь к танцам и шитью достойно воплотилась в подобных мероприятиях, которые она теперь посещает уже с мужем и маленькими детьми. Они и поддерживают все начинания, и дают стимул для творчества. Мое платье у меня ушло 4 дня. Вот. В принципе, это быстро, когда энтузиазм есть. Просто вот красивое платье, их очень хочется пошить, потому что такое в магазине не купишь. Вот. А самому пошить очень удобно и экономно заодно получается. Сальтарелла, браннель, джига, куранта – все эти танцы можно было увидеть в исполнении молодых прихожан не только Донского храма в Перловке, а также приглашенных семинаристов и участников волонтерских движений Матичинского благочиния. На балу не только они, но и люди с ограниченными физическими возможностями получали радость от общения и возможность вести партнершу в танцы. Возможно, сегодняшний бал станет зарождением чьей-то любви, и в следующий раз кружиться в танце будет новая семейная пара. Дарья Лузина, Денис Петров, информационная программа «День».